Всем привет! На улице еще темень, ничего там не видать. 6:30 утра, но вы не удивляйтесь, спортсмены так рано встают. Да, ребят, этот ролик «Трансформация», та самая ударная среда, как я и обещал. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Начнем с разминки. Вообще, для чего она нужна, сейчас расскажу. Нужна она для того, чтобы организм понял, что ты от него хочешь, потому что когда ты будешь делать более сложные упражнения, ну, может случиться какая-нибудь травма. Поэтому надо начинать всегда с разминки, чтобы там кости размялись, тело пришло в тонус, в общем, все. Ну, и не знаю, как для вас, для меня, я уже говорил в своих роликах, вот на трансформации, да, что для меня это еще и вместо кофе, это зарядки все. Серьезно, вот я сейчас немножечко не выспался, как-то, знаете, вчера что-то поздно лег, сегодня как-то вот, ну, рано, всегда так просыпаюсь, чтобы сделать зарядку. Честно, до трансформации я спал где-то до 7, иногда было до 7:30, но вот теперь стою в 6, умываюсь и за зарядочку, потому что, ну, не могу я не умыться и сразу начинаю что-то делать. И вот, серьезно, и вот сейчас я сделаю зарядочку, и я никакой кофе пить не буду, я выпью стаканчик чая, съем завтрак и вперед, новый день у меня начался, поэтому... Все, я так и делаю. Начинаем с зарядки и сверху вниз, да, как и сюда. Не, ну на самом деле, наверное, можно и снизу вверх, но меня как-то везде учили в школе, да и в принципе везде на всех платформах, где эти зарядки показываются, есть прям вот, ну, идут сверху вниз. Начинаем. Упражнения начинаются с головы. Я буду делать со счетом, но буду считать про себя, потому что, ну, так сбиваюсь. Вы просто слушайте, как тикают эти замечательные часики, которые на самом деле меня чуть-чуть уже подбешивают. Да. Закончили упражнение с головой, приступаем к упражнению с руками. Да. Прям чувствую, энергии уже прям прибывает, на самом деле, серьезно, вот, уже как-то вот так. Вам может показать, что я делаю как-то сейчас вяло, без настроения, неохотно. Блин, на самом деле, реально, что-то как-то немножечко, руки ватные, все ватное. Не могу понять, в чем дело. Как бы это, не заболеть, ё-моё. Так, одно упражнение с руками закончили. Приступаем к следующему упражнению с руками. Не, сейчас разогреемся, сейчас нормально. Но руки реально ватные, не знаю, в чем дело, с чем это все связано. Может, потому что уже среда, хотя с другой стороны, смотрите, только среда, не знаю. В общем, на самом деле будет по каждому дню. Ну, вот такие ролики. То есть у нас есть с вами, по-моему, вторник, суббота, вот среда появилась или там. Вторник точно есть. Не помню, там какой-то еще день мы снимали. Надо посмотреть. Вот покажу. Какие-то дни прям будут повторяться упражнения, но почему бы и нет. Кстати, также планируется выход, еще и будем заниматься на улице, как раз по морозу сейчас. Все, ну и вот лыжи я покупал, был ролик.
Это тоже относится к спорту, тоже относится к трансформации. Это мы ждем, когда выпадет снег окончательный до марта, да? И будем на лыжах ходить. Ну, понятное дело, что не по темноте, а днем там. Но тоже имеет место быть, можно будет на улице там. Разный стал, свыше слез, и зарядочку поделать. Я считаю, что это нормально. Потому что в здоровом теле здоровый дух. Так, ну, с руками мы закончили упражнение. Теперь к туловищу. Ёхана бабая. Магическому огромный-огромный привет. Не знаю, смотрит он, не смотрит он. Но тебе спасибо, то, что поддержал такой проект. Вот, трансформируемся потихонечку. Главное, там, железного человека в трансформера не превратиться, да? Вот так вот. Крутим туловищем, ребят, да? Так, ну, на самом деле, я не знаю, какие животом. Такие вот. Ну, кашель появился. Зараза. Болит сейчас вообще не в тему. Ладно. Зарядочки и спорт, это все укрепляет иммунитет. Блин, вроде только день начался, я уже заговариваюсь. Ну, не выспался. Ничего, я прям на самом деле реально уже чувствую, как я просыпаюсь. Все очень и очень хорошо. Так, закончили. Теперь мое самое нелюбимое, знаете, вот это мое невезучее место, да? Мое тоже. Наклоны. Потому что я не пытаюсь, я не могу дотянуться до, ну, мысочков, получается. Ну, в общем, сейчас попробуем. Вам это, наверное, не видно, но я не знаю, на самом деле, поднастроить камеру так, чтобы вам было видно все, как я делаю. Но буду стараться. Опять же, снимаю сейчас на свой основной телефон. Мой, который был для YouTube, который все снимался. Он, к сожалению, меня покинул. Да. Ладно. Будем что-нибудь новое придумывать с вами. Тоже это вот ноги у нас укрепляются. Что? Ноги надо, чтобы были крепкие, чтобы бегать быстро туда-сюда по делам, чтобы успевать за день много-много всего сделать. Так. И еще вот так. Ого. Немножечко ногами сболтнуть. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Теперь я беру, да, она не закончена, то есть мы еще по сути с вами не сделали ноги, а уже хватаемся за гантельку, то гантелька 3 килограмма, надо съездить, то ли в Ашане, может, по мастере, кстати, да. Это правильнее будет в спортмастере купить гантельку. Килограммов 5 и желательно 2, чтобы. У меня всего одна. И честно даже не помню, откуда она у меня. Я просто это ее нашел, когда вот проект трансформация начался, и все. Начинаем. Видите, я начал с правой специально. Правая болит после всех этих переломов. Я правую, вот серьезно, я правую разрабатываю. Я даже домой вечером прихожу, беру гантельку в руки и начинаю ею работать именно правой рукой. У меня правая рука, он все говорит, нифига, у тебя правая рука сильная. Да. Ну, драться, кстати, никогда не умел, не любил. Поэтому, если только решить меня там со мной подраться, нет смысла. Никакого. Я проиграю, скажу сразу. Любую драку, любое все, я проиграю.
Хотя были мысли, честно, у меня записаться, может, на какой-нибудь самбо ходить. Ну, да, когда я еще под стол пешком бегал, но что-то как-то нет. Вы знаете, ощущаются эти 3 килограмма на самом деле. Серьезно, прямо ощущаются. Я не знаю, сколько минут получится данное видео, потому что здесь, ну, здесь по большому счету реально ничего не вырежешь. То есть, да, кто-то скажет, ну, то есть, да, там, вырезать сколько, поскольку раз я делаю, но нет смысла. Поэтому, дети, теперь это берем двумя руками и вот так вот. Да, стараемся тело не нагинать, правильно. Кстати, кто со мной делает зарядочку, когда смотрит данный видеоролик, или кто там по утрам делает зарядку, напишите в комментариях, ребят, как у вас, как давно вы занимаетесь вот этой своей зарядочкой. О, и о, и о, о, руки прямо что-то накачанные почти стали. Гантелечку пока убрали, далеко не стали убирать. Она нам еще пригодится. Правильно. Ну что, ноги. Ноги разминаем, становимся. И начинаем вот так крутить. Там носочки мы сейчас с вами разработаем. Все, в ботиночки, да, залезь с утра. Ой. Равновесие найдись. Не, серьезно, надо бывает терять равновесие, но это бывает крайне редко. Мы с вами постоим на одной ноге, на другой ноге, поэтому все будет. Повторяйте, делайте как я, делайте лучше меня. Что вы там сидите? Да? Я делаю каждый день. Стараюсь не пропускать. То есть даже в субботу я встаю, вот в воскресенье я встаю, но в воскресенье у меня так, лайт режим. Там чисто только заряд, там даже никакие гантели, никакие там, ничего я там не делаю. Тут прям все я делаю. Все, что только... Да, среда такая, знаете, середина недели рабочий, и это прям нормально такое уже вот. Ты вроде уже устал, а вроде еще и не устал, да, то есть такой перебивочный, то есть ты с утра просыпаешься, о, классно, я не устал, ну я, короче, не так буду, вот так. А во второй половине дня среду думаешь, блин, я устал, и все. И дальше четверг, пятница, воскресенье, вообще помню. В понедельник тоже стараюсь сделать так довольно нормально, ладно, я и понедельник для вас запишу, все. Вот, вы, главное, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. А лучше подписывайтесь на Телеграм, потому что YouTube не всегда присылает уведомления. Таким он стал ханом. Ну что, разминка закончена. Да, берем не опять основу, гантели, точнее. Ну да, не опять основу. И начинаем опять с руку качать. Зачем я это сделал? Ну, чтобы немножечко, знаете, отдохнуло ноги, потому что я только-только делал там наклоны. Ноги чуть-чуть схватились, чуть-чуть заболели, честно. Поэтому надо немножечко было ногам отдохнуть. Да, я прекрасно понимаю, что вы опять будете писать в комментариях, что ты что-то неправильно делаешь. Я посмотрел видео, я примерно понял, как надо делать. Ну, честно, я все-таки делаю по-своему. Опять же, так как я делаю, мне ничего не навредит, все нормально. Поэтому, наоборот, действительно, вес уходит, все уходит. Ну вот, не в этом ролике, скорее всего, в следующем ролике я вам покажу свой вес, взвешусь, в общем, все будет как надо.
Так. Гантелька нам еще пригодится. Ну что, вам меня сейчас будет не видно. Ну, потом редко станет видно. В общем, да, я сейчас принимаю упор лежа. И попробую встать без рук. У меня это получилось. Вот вчера я это пробовал. Блин, надеюсь, за целый день и за ночь этот навык я не потерял. Я смогу сегодня это повторить. Фух, поехали. Так. О, встали. Еще раз встали. 5 раз, еще 3 раза осталось. Не получилось. Заново ноги поднял. Три. Еще 2. Сейчас, секунду. Не. Это мимо. Еще 2. Я делаю. Если не получается, я переделываю. А уже просыпаюсь, уже тело начинает работать, организм все срабатывает, все. Так, и 1 раз еще остался. Надеюсь, он получится с первого раза. Нет, не получился. Переделаю. Так, стоять. Нет. Фу, не получается. Сейчас еще раз сделаю. Или она уже 10-ку сделал. Фу. Все, получилось. Ну вот я и проснулся окончательно. Давайте сейчас. Вдох, выдох, вдох, выдох и вдох, выдох, и давайте, вдох, выдох, берем, взяли снова гантельку, нашу уже с вами любимую, ненаглядно. И на весу передаем. Стараемся руки при этом держать прямо. И не кидать на самом деле. Надо, я просто кидаю. Вот серьезно, когда ты сделал уже столько упражнений, хотя. Ну, это на самом деле мало, но для меня это что-то сегодня, что обычно я больше делаю, ну ладно. Фу. То это много, и вот уже просто гантелька 3 килограмма, кажется, она не 3, а все 33 килограмма. Да, хотя вот пакетики из магазинов иногда бывает больше несешь, чем утром поднимаешь. Но тот вот пакетики ты днем несешь, это утром. Так, все, гантелька, мы закончили упражнение на сегодня. Она нам больше не нужна. Бегать я сегодня вот так, как в предыдущем ролике про трансформацию, не буду, но бег на месте. Также прыжки чуть-чуть аккуратненько. И приседания еще у нас остались. На этом все, начинаем бег на месте. Я это аккуратненько бегаю на коврике. Соседи там еще у меня все зарядочкой не занимаются. Ленивые все. Поэтому, чтобы их там, пускай поспят, да? Будить не будем особо сильно. То, блин, разбудим. Будут потом весь день ходить. Какие-то недовольные. Вот у нас там какой-то спортсмен разбудил. А мы же спортсмены. Фу. Прыжки 10. Прыжков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и приседаницы. Я приседаю
17 раз. Богу, что приседало 30 раз. Но честно, 30 раз меня не хватит. Вперед, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, 16, 17 раз. Фу. Присели, опять же. Вдох. Выдох. Опять вдох. Выдох. И вдох. И выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Закончили. Все мы сегодня с вами упражнения. Уже чуть больше полугода у меня вот эта есть штучка, велотренажер. На самом деле на нем не только ноги можно качать, но и руки. Но мы сегодня будем с вами качать на нем ноги. Так, как я делаю? Вот так вот одеваем одну. Так. И одеваем... Сейчас вторую. И вот так вот сейчас с вами. И начинаем заниматься. Оп, оп, оп. Тут можно регулировать режимы. То есть можно делать послабее. Сейчас вообще вот это все слабо. А можно сделать потяжелее. Я на самую тяжелую закручиваю. Все равно не ощущается. Ну, уже после таких глобальных упражнений сегодня, конечно, уже тело все разогрелось, все, ты уже весь разогретый. И понятное дело, что уже сейчас все, уже не ощущается ни нагрузка, ничего. Что где-нибудь, он стул скрипит, сейчас развалится. Нафиг, стул, это уже знаете сколько лет. Ей-ей-ей, больше, чем мне. А мне 20 лет. И вот так вот я аккуратненько занимаюсь. Никуда не спешу. И, кстати, вот мне не хватает велосипеда зимой. Но все туда уже где-нибудь в феврале. Скучаю, реально скучаю. Велосипед, потому что на велосипеде я с самого детства. И вот могу вам сказать, что отличная замена, когда хочется покрутить педали. Не знаю, как вы, но я кайфую от велосипеда именно когда кручу педали. Мне без разницы, где кататься, что кататься, зачем, куда кататься, почему кататься. Мне главное покрутить на велосипеде педальки. Я могу просто выйти вот вокруг дома, дать пару кружочков, и я уже счастлив, я уже доволен. Ну, а тут я поднимаюсь как гормон радости, таким вот методом крутить. Крутя педали, что тоже ноги качаются, все полезно. Все, нужна штучка. Стоит, кстати, что-то недорого она. Всем советую, надо дать большую махину тут покупать. То же самое. В общем, позанимались на сегодня. Все, на сегодня зарядка закончена. Вот такая у вас зарядочка получилась. Сейчас кто-то спросит, а в чем же она ударная? Я так каждый день занимаюсь. Да, для меня это ударно, потому что я не каждый день совмещаю и гантелью, велотренажер, не каждый день приседаю, не каждый день делаю там на пресс какие-то упражнения. В среду я стараюсь сделать все по максимуму. Я забыл парочку упражнений, но что-то как-то, честно признаться, уже издохся, сил уже практически нету. В общем, ждите следующие ролики. Ну и, естественно, будут там какие-то дни повторяться. Ту же среду я повторю, там еще какие-то дни вот у меня есть, я честно не помню. Какие-то мне я уже записывал, в общем, тоже все повторю. Ну и я сказал уже в ролике, что совсем скоро будем уже выходить на улицу и на улице заниматься. А что, днем по морозу? Я считаю, что это прикольно. В общем, все. Всем спасибо за просмотр.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по всем ссылочкам в описании. До новых встреч, увидимся в следующем видео.